и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам 200 фактов в Майнкрафте Bucket Edition. Собственно, сегодня первая часть, и сегодня будет только 30 фактов. Но чтобы вышла вторая часть, давайте наберем 100 лайков. Ну, а мы начинаем. Первым нашим фактом будет факт о песке душ заключается он в том, что песок душ будет вас замедлять. Довольно, друзья, распространенный факт, но факт еще заключается в том, что текстура песка душ это лица криперов. Мы здесь видим рот и, друзья, два глаза. Ну, второй факт у нас заключается да. в крипере и зажигалке. Если вы рядом с собой вы встретите крипера и к нему подойдет с зажигалкой, то вы сможете его зажечь, даже в режиме креатива, что довольно классно. Ну, а мы идем к третьему факту. И, друзья, Собственно, третий факт у нас заключается в зомби и лаве. Если зомби упадет в лаву, то ему ничего не будет, он даже не будет гореть. Да, друзья, вот это плюс адского моба. Ну, а мы опять же идем уже к четвертому факту. И четвертый факт у нас заключается в крипере и целоте. Если рядом с крипером будет пробегать целот, то он будет от него пытаться убежать. Довольно странно, друзья, но все же криперы боятся целотов. Ну, но... А пятый факт включается в грибной корове и чашки. Если вы подойдете к этой корове с помощью чашки, то сможете добыть настоящий грибной суп с помощью вот этой бесконечной друзья коровы, то есть у вас будет бесконечный грибной суп. Ну, а шестой факт, заключается в корове. И, друзья, можно сказать, подожженной корове, если вы подожгете такого моба, даже не корову, то после чего, после его смерти, вам подают настоящие, друзья, уже жареное мясо. Ну, или курятина, ну, или свинина, или что-то в этом роде. Ну, а, друзья... Седьмой факт заключается у нас... Угадайте, в чем заключается у нас в зельях. Если вы одурманены зельем, то вам придется выпить всего лишь ведро молока, после чего вы станете нормальным. Но в креативе это сделать мы не сможем. К сожалению, вот так. Ну, друзья, собственно... Восьмой факт у нас заключается, угадайте, опять в чем заключается он у нас эндерме и тыкве. Собственно, если рядом будет Эндерман, то вы сможете одеть тыкву и глядеть в него совершенно нормально, без всякого испуга. И видеть вас он не будет, что очень замечательно в Эндер мире. Но, друзья, сейчас нам это более не надо, потому что с него ничего не трогается. Но если вы, конечно, ударите, то он будет на вас злиться, поэтому будьте осторожны. Ну, собственно, сейчас мы снимаем все наши реквизиты и переходим мы к девятому факту. Девятый факт заключается... Друзья, заключается он у нас опять же в Эндерменах. Если Эндермен попадет в воду, то он получит мгновенный урон. И для него может это оказаться довольно смертельным. Поэтому, друзья, знайте, что Эндермен боится воды. Ну, Но... А мы переходим к десятому сегодня факту. И факт связан с кактусом. Если в кактус попадет любая вещь, даже вот этот бед алмазик, то кактус просто... Просто удалит этот или съест этот друзья, блок или эту вещь. Да, довольно жалко, но все же это вот такой интересный факт. Ну, одиннадцатый факт у нас заключается в слизнях. Слизни, друзья, оказывается, может выплыть. Но на ПК происходит совершенно другое. Но не все могут, точнее все могут, друзья, плавать, но хотя он не должен плавать, он должен тонуть. Ну, а мы переходим к двенадцатому факту, и он заключается в паутине и пауке. Вы понимаете уже, к чему я клоню? Если паук попадет внутри этой паутины, то он будет совершенно нормально передвигаться. Это логично, друзья, но кто-то может думал, что в Майнкрафте такого нет, но нет, все же паук передвигается так же, как и в обычном мире. Да, вот умный паучок. Ну, а тринадцатый факт это у нас, друзья, яйцо. Если вы получили такое яйцо, то с каким-то шансом, с маленьким шансом, возможно, спавнится маленький цыпленок. Но шанс настолько мал, что я уже перебросал столько яиц, и ничего у нас не дропнулось Да, это печально. Ну, а мы переходим дальше четырнадцатый вот факт у нас заключается в лопате. С помощью лопаты мы сможем делать настоящие красивые тропинки. То есть, друзья, это декоратив. И выглядит это классно. Ну, а 15 факт включается в котле с водой. Если туда вы опустите броню, то ваша крашенная броня станет совершенно обычной кожаной броней. Что довольно классно. И вода в этот момент потратится. Шестнадцатый факт у нас. Это у нас мертвые кусты. Если вы сломаете мертвый куст, то шансом, шансом 50 на 50 у вас выпадут палочки. Хотя я могу ошибаться. Наверное, шанс около... 35 и остальной шанс это, друзья, тот, что у вас палочки просто не выпадут. Ну, а, собственно, мы будем идти дальше. Сейчас сложим все наши палочки и... Семнадцатый факт заключается в херабрине. В каждом обновлении Майнкрафта, даже и ПК, в конце списка пишут, что херабрин удален. Но в будущем мы дождемся, когда херабрин будет добавлен. Но это у нас только будущее. Восемнадцатый секрет заключается опять же в котле. В новом обновлении Майнкрафта вы сможете залезть в котел и там сидеть. В том числе котел защищает вас от мобов, они не смогут вас отсюда бить. Это баг или, друзья, это специально сделано. Ну а девятнадцатый факт заключается в грибном биоме. В нем не будут спавниться злые или враждебные мобы. Тем самым вы сможете безопасно ходить в пещеру в этом биоме. Ну, а мы переходим к двадцатому сегодня факту. И он заключается в снежном гекалеме, да, как ни странно. Если вы возьмете в руки... А вот эту штучку, то есть, друзья, ножницы, вы сможете посмотреть его лицо. Вот такое смешное лицо у снежного голема. Ну, со сном отключили эндермена, чтобы он нам не мешал. Ну, а 21 факт заключается в волках. Если вы приручили волка, то вы сможете покрасить его ошей, к примеру, в коричневый цвет или синий или в белый, или какой вам угодно. 22 факт, это у нас, друзья, довольно интересный факт, который опять же заключается в целотах и курицах. Если будет рядом курица, а рядом целот, то целот ее с радостью убьет. Как и происходит в реальной жизни, друзья. Да, да, да. 23 двадцать 24 -й факт у нас находится в аду. Куда мы сейчас направимся? Собственно, 23 факт заключается в кровати. Вы уже поняли, чем я намекаю. Ну, а мы перейдем пока к 24. Двадцать 24 факт заключается в компасе и карте. Если вы достанете компас, Точнее, друзья, часы. Компас часы, то они будут сломаны. Ну а кровать у нас в воду взрывается. Ну а теперь нам пора возвращаться в обычный наш мир и продолжать наши факты. Ну, а теперь мы уже переходим уже к 25 факту, и он заключается в вот таком песочном блоке, на котором вы сможете разглядеть цифру 2. Да, это отчетливо видно, друзья, но если вы не знаете, то вы просто не заметите ее, потому что каждый блок имеет свое свойство. Собственно, 26 факт заключается в портале. Вы сможете построить портал ваты любого размера, независимо от его ширины или длины. Это замечательно, возможно, многие об этом не знали. 27 секрет заключается во слав. На славу сможете Поставить сундук, и вы сможете этим сундуком пользоваться, в том числе осел будет двигаться так же, как он двигался раньше. Это опять же замечательно. Но, друзья, текстурка хорошо проработана, багов нет. И, собственно, мы идем дальше. 28 факт заключается у нас на ковальне. Если на ковальне упадет с высоты, то она немного сломается. Или она может сломаться довольно сильно, что она будет вот такого вида, что довольно неприятно. 29 факт заключается в корове. А если вы возьмете меч, друзья, то а точнее не в корове, а в прыжке, если во время прыжка вы ударите корову или моба, то урон нанесется во много-во много раз больше. Сейчас железным тем мы ударили, убили корову с первого раза, но алмазным мы должны были убивать два раза. Тридцатый и последний на сегодня факт заключается... Друзья, заключается он в жителях. Если жителю бросит любой предмет, к примеру, это яблоко, то, опять же, он может забрать яблоко. Но если ему не понравится, то он может его и не забрать, или он заберет его немного попозже, когда мы от, его, от него отойдем. Но пшеницу и другие... К примеру, такие вещи он заберет 100%. Ну, собственно, друзья, столько фактов у нас было сегодня. Обязательно ставим лайки и обязательно подписываемся на канал.